Всем привет, вы на канале Семейка Лайф. Мы сейчас приехали с речки, была такая жарища ужасная. А сейчас посмотрите, как погода испортилась. Как бы сейчас дождь не начался. Сегодня мы ждем друзей, должны приехать в гости. И будем готовить плов. Купили вот такой вот большой казан на 9 литров. Сейчас буду его обжигать. Как я поняла, нужно налить масло, так вот, и когда оно закипит, надо будет по стенкам его обливать, и так он будет прокаливаться. Так, сейчас порезала лук и режу морковку. Купила вот такой вот нож в фикс-прайсе, классно, мне нравится. Сейчас быстро все приготовлю. Мы хотим это сделать на улице. Ванька будет сейчас делать из старых дисков мангал. Ну, специально для этого казана. Как он будет делать, я сейчас вставлю. А я пока все готовлю на пловик. Капец, у нас погода портится. Ветер поднялся ужасно. Смотрите, у меня все паласы завернуло. Вот только было тепло. Сходим в гараж, посмотрим, что там Ванька делает. Привет! Привет, Аня, привет. Ну чё вы? Ну чё, болгарку что, чё? А где болгарка? Нет. Чтобы она не тихонилась, щели. Нифига. Чего не хочешь? Надо было болгарочки зачистить, краски где это все. Маленькая, да, прикольная. Но она слабенькая, Вань? Нет. Она все электроды тянет? Да. Мясо уже гореть сейчас будет. Все. Не будет оно гореть. Оно в соку, вон, пусти. Пахнет вкусно. Оно вон, видишь, сок, где оно тебе горит? Просто огонь поменьше сейчас. Чик. Алён, Даньку засылай быстрее, надо уже чеснок. Кого? Риса. Нет, одну. Одну? Вот, одной вот за глаза. Все. Давайте, открывайте. Сейчас соль принесет. А вы что, не солили? Смотри, как кипит. Пахнет? Да, ты сейчас не унюхаешь дым. А, дым. Пахнет дым? Дымом пахнет? Держи, держи, Аля, держи. К себе, к себе. Дымом пахнет. А вы что, не солили? Да я возьму. Вверх. Открывай. Не терись. Смотри, воды нет. Еще надо доливать, наверное, да? А может помешать? Да, нет, еще воды. Клёпа, уйди, здесь горячо. Давай воды доливай. Ложи крышку. И по краю. Вот, Вань, настоящий рис, видишь? Да. Он специально для плова. И чё? Сколько раз мамка говорила? А сколько раз я Ваньке говорила, что дешевый рис покупаешь? Не надо холодную воду. Специальный рис для плова надо брать. Пропаренный, который... По стеночке, Ваня. А мы сегодня взяли по скидке. А чё он так схватился? А усох. Мешать не надо? Могло воды больше сразу надо было. Лей. Ещё лей. Понял. Давай еще раз так и все. Короче, вы испортили. Нет. Вот это видео не показывал, что второй раз воду доливаем. Так я же снимаю. Хорош. Вы же меня не пригласили на первый раз. Вот теперь все. Я сказал, что больше сразу. А это что такое? Это изюм. Мужики. Только не пересолите. Я прям чуть-чуть. Дима, флешку можно взять? Какую? Ну, в машине.
флешку, слушать музыку. Которая молодежная? Там лучше бы солист, мне кажется, какая потом. Детская? Лёх, вот такую пишу, Лёх, так вот чуть-чуть вот. Лен, их там две было, ты же помнишь? Хорошо. Я про них спрашиваю, какую? Любовь. Та, которая... Да. Девки писали, она у бати. А та, которая наша, она в бардачке вот в этом. Да. Так, ну все, сняли мы пловик наш. Да, она уже прохладная. Ай, нет, горячая. Какая вкусняшка! Помешай его, Дань. Помешал, красавчик. Ну что, Данил, пробовал? Я не пойму, не до соли надо было взять шоколада. А они йогурт тебе отдали? Нет. Да. Ты перемешаешь, бывает. А ты сверху сушняк собираешь. Да блин! Может помешать? Помешать надо. А где масла та? Нету, да та сломалась. Та сломалась. Блин. Что-то один рис. Это одна хотел? Пачка? Да. Я же говорю, а ты хотела, Ален, две. Да, полторы она хотела. Нет, я хотела две. Ты что, обалдела? Дай ложку, Вань. На, ложку. Стой. Держи, чтобы он не кувыркнулся. Смотри, снизу ништяки какие. Данил, неси кетчуп. Пожалуйста. Ну сразу же нельзя вам сказать, почему я бегу? Ну, твоя профессия. Ух ты, настыка, бой. Я отошел, видишь, как... Угу, постоял и от стены отошел. Все. Ну все, на неделю нам хватит плова. Ты сейчас хоть будешь равномерно накладывать. Во вечером уже не будем. Лех, ложку возьми. Клепочки тоже насыпьте. Обойдется. Ну, насыпь. Да, положи на стол. Мяса нет? Мяса хватает, немало? Да, все хватает. Да не накладывай ты много. Лучше его потом горячего. Ну да. Давай так. Клёпа тебе не наложили? Ну-ка, папа, наложи. Все, всем. Все, всем. Собаке наложи. Обойдется. Без мяса. Обойдется. Не, давай уберем его. Стой, да, разрабатываем. Потом где-то на неделю не смотри. Вот ты, блин. Да все, да. Пойдем. Тише ты, блин. Сейчас бы прям... Сразу столько ног у тебя, блин.